первое всегда третьим, а на второе подпрыгиваю и играю на гитаре. А тогда я умею играть на гитаре, с ними пальцами. А, мой дедушка, вон, с 30-го этажа свалился. Ему хоть бы что, отряхнулся и дальше пошел. А зато моей бабушке космонавт прибился, и он меня ходит на ракете катает. Ха-ха-ха, очень смешно. Слушай, а может быть махнем к теплому морю? А как мы туда доберемся? Запросто, на велосипедах, например. Просто нужно держаться берега реки, река начнет расширяться, и по ней начнут ходить пароходы. А на попутном пароходе мы доберемся до моря. Да, а на ужин мы будем есть только волос. Арбузы. И соленые огурцы. А на завтрак целовать всех бездомных мохнатых щенков. А потом я на тебе женюсь. Влюбился. Ничего я не влюбился. Женюсь и все. А вот фигушки. Почему? Потому что ты толстый. А я похудею. Отращу усы. Прославлюсь. И женюсь на другой. Фигушки. Опять фигушки. Потому что ты дурак. Я дурак. Я 23 с половиной английских слов знаю. Все равно дурак. Все мальчишки дураки. Вон, на заборах написано. А на заборах все самое честное. Ну раз ты у нас такая умная, оставайся одна. А теперь давай дразнить. Я первый. Эй, ты! Кукла! Винишка! А ты лошадка! А ты лошадь! А знаешь что? Что? А давай колбаситься! Через идет. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, мистер Робинсон! Постойте-ка. Ага, пахнет чем-то хулиганским. Все ясно. Бесились. И мало того, что бесились, вы еще и колбасились. Настоящие дети должны сидеть, как маленькие солдаты. Можно выйти? Нет, вы бесились и колбасились. Давайте дневники будем писать замечания. А это что еще за чудо? Новенький. Вот скажите, дети, вот этот мальчик похож на маленького солдата? Нет, мистер Робинсон! Вот покажи справку, что у тебя нет муравьев, таракана, крокодила, свинки, лишая и чумы болотной. Понимаете, я собирался и справку дома забыл. Справку дома забыл? А голову себе дома не забыл? Вроде нет. А беситься и колбаситься ты тоже не забыл, а? Девочка Анечка, ну, отвечай на домашнее задание. Понимаете, у меня вчера зуб выпал, а потом я там ухо заболело, а потом я чихать начала. Тихо! Ухо у нее заболело. Домашнюю работу не сделала. Забыла. А беситься и колбаситься ты не забыла. Родители! Родители в школу! Родители! Так, всем тихо. Сесть по местам. Знакомьтесь, это Хроника, дочка нашего судьи, Бекки Тэтчер. Тихо! Прошу любить и жаловать. Мистер Робинсон. Да, Томас. Можно сказать? Прошу. В нашем классе это такая добрая традиция, то, что мы всем новеньким дарим подарок. О, ну конечно. Так что ты держи свой первый подарок. Да, 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 да. Родители, слышишь? Пестерки не смей заходить. Там нет. Я его потерял.
смейте трогать варенье! Немедленно сюда розгу, я буду вас наказывать! Тетушка, тетушка! Что? Что это вообще? Опять убежал! Нет, ну что это за мальчишка такой, сущий сердцонок? Ну и я тоже хороша. Как я не могу привыкнуть к его проказам? Ну постоянно он со мной выкручивает что-нибудь эдакое. Да и он сын моей покойной сестры. И вообще, в Писании сказано, кто ребенка щадит, тот его портит. Ну, попадись мне на взор! Тетушка! Что? Это была шутка, просто шутка. Вы вздумали со мной шутить. Вы будете немедленно наказаны! Покрасить весь забор в 2 слоя! Весь забор! Два! Зачем? В смысле зачем? Покрасить забор 2 слоя! Слоя! И это не обсуждается! Приду, проверю! Зачем красить этот забор весь выходной? О, Бекки, это слишком! О, Бекки, так ужасно!
красит забор. И я к вам обращаюсь. Быстро, сэр, быстро!